Сбор в 9:30, площадь Дзержинского, Саксаганского района. Ну и там далее по маршруту улицы Рязанова к памятнику освободителям Кривого Рога по аллее героев. Отдание уважения и участникам Великой Отечественной войны, и афганцам, и участникам АТО в настоящее время. Далее по аллее героев отдать дань уважения героям Советского Союза, героям социалистического труда, которые развивали город Кривой Рог, ну и героям Украины, естественно, конечно. Дальше к памятному знаку на парк Юбилейный. И в 12 часов, значит, там у нас тоже будет проходить небольшое мероприятие, посвященное образованию пограничным войскам. Значит, придут священнослужители, которые отдадут дань уважения погибшим, ну и восславят тех, кто остался живой. Концерта не будет. Мы от концерта немножко отказали, потому что не то время, чтобы сейчас сильно проводить концерты. Мы просто дадим дань уважения всем людям, которые сейчас раньше стояли на охране государственной границы и сейчас стоят за независимость и целостность нашей Украины.